Друзья, привет! Сегодня будем разыгрывать вот этот вот аквариум среди соклубников. Хочу рассказать об этом комплекте, который нам отдал Александр. Ссылочку на ролик прикрепляю здесь и в описании ролика. Очень замечательный человек, который уже не первый раз, значит, отдает нам аквариум именно на розыгрыш. Друзья, значит, это ювель. Абсолютно в идеальном состоянии. Весь пластик. Все, друзья. Все в идеальном состоянии. Сейчас я вам подробно его покажу. Значит, размеры его 70 на 50 и высота 60 у него, друзья. Вот такой вот аквариум. Значит, две дверочки. Эй. Эх. Ну, надо же так, а. Эти надо подкрутить немножко выталкиватели, друзья, чтобы они... Короче говоря, вот эти вот выталкиватели, они вот здесь вот крутятся. Это уже их просто чтобы для транспортировки их. Ну, короче, вот эта вот длина, она, значит, регулируется. Ну и вот так вот получается закрыли. И вот сейчас он открывается. Значит, чего? Тумба ЛДСП в идеальном состоянии. С выталкивателями дверей. Значит, регулируемые ножки или нерегулируемые, я даже не знаю. Значит, здесь крышечка, светильник ледовский. Ну, то есть там не стандартные такие вот лампочки, как обычно, а там светодиодики. Давайте сзади заглянем, что у него здесь есть. Второй светильничек. Ну, вот он, собственно говоря, это все снимается. Вот эта вот панелька, она вытаскивается. Если вы и вот эти панельки тоже вытаскиваются. И вот это средний. И у вас весь будет. Значит, здесь фильтр, грелка, помпа. И здесь, ну, пусто вытащено. Сейчас покажу, что есть. Значит, и термокабель, друзья. Вот это термокабель. Ну, термокабель, кто не знает, ну, для растений. Это растительный аквариум, ну, здесь были растения. Соответственно, для того, чтобы растения ножки грели, вот термокабель специальный. Друзья, значит, кроме вот этого крутяцкого аквариума, еще, ну, вот кучка вот такого барахла, значит, которая, ну, значит, с ним шла. Здесь много-много чего. Например, есть фон. Есть насадки на грелки, чтобы рыбка не обжигалась. Есть, значит, КН-тест, ГН-тест. Ну, вот в комплекте просто был. Это у нас соль для креветок. Ну, то есть, если кто-то будет делать травник и креветочник. Значит, удобрялки кревит, калий, без содержания меди, тоже для креветок. А, значит, это тоже штука. Значит, тест КН еще один. И вот, значит, удобрение тоже кривит еще. Вот. Они полные, эти баночки, друзья. Ну, вот такие вот. Совершенно похожи еще. Так, здесь инструкции к ювелю, к аквариуму с диском, там совсем. Инструкции для еще чего-то. Значит, чего? Какие-то шланчики, значит, сифончики, друзья, присосок куча, значит, вот это вот наполнение для фильтра, вот такое вот, вот эти вот квадратные наполнялки, которые туда вставляются, значит, это распылитель длинненький, скиммер, ну, это, наверное, не от этого аквариума, ну, просто вот он здесь в комплекте как бы есть. Собственно говоря, туда все кладем. Значит, вот такие пластиночки, сеточки и вот такие вот сеточки. Покажу, друзья. Это для наращивания мха. Тоже все сюда. Значит, компрессор. Проверяли рабочий. Ну, просто тоже туда же. Значит, всякие вот такие вот квадратные штуки. Акваелевские для вот этого вот фильтра внутреннего. Значит, это какая-то декорация, не знаю, куда вся идет. Значит, сифон, шланчики, распылители тоже. Сюда же идет хаймовский сифон электрический. Друзья, ну, в коробочке лежит, то есть вот
вот такой наборчик. И еще вот такой вот сифон. Надо вам, не надо, мне это не интересует. Значит, и вот такой вот подводный светильник, друзья, еще. Вот. У него блок питания и, ну, вот здесь вот контроллер. Ну, или что-то такое, короче говоря. Вот. Это, видимо, ночной подводный светильник. В общем, тоже он в этот комплект идет. Надо, не надо, уже там сами будете думать, применять, не применять. Но основное, конечно, это аквариум. Аквариум и тумба. А, друзья, значит, что нужно для того, чтобы участвовать в розыгрыше этого аквариума? Все просто. Нужно быть участником клуба, ну, до сегодняшнего дня. Вот. Если вы ради аквариума сюда вступили, то как бы неинтересно, вы не участвуете. Значит, это первый момент. Второй момент. И желание, как бы, ваше, да. Чтобы изъявить желание, вам надо написать заявочку либо мне, либо Николаю Сапронову, Туапсинскому нашему аквариумисту. Ну, в личку, соответственно, в Телеграме, короче говоря. Прям в чате в нашем найдете его контакт. Все, собственно говоря, в понедельник, какое же это будет число-то? Друзья, значит, в понедельник 22-го, буквально через недельку, мы разыграем этот аквариум. А как обычно, методом случайных чисел выберем победителя из тех, кто заявится. Что по поводу доставки? По поводу доставки и упаковки, она будет, ну, за счет клуба. Я бесплатно ее упакую, у меня куча здесь упаковочного материала. Вот, и доставочку вам сделаем, ну, где бы вы ни находились, ну, транспортной компании, естественно. Вот, поэтому участвуйте в этом конкурсе. Все остальные вступайте в клуб. Что же касается морского аквариума, то на следующей неделе мы также объявим конкурс и также в таком же формате его разыграем. Я покажу, что это очень-очень большой комплект, прям полный-полный морской, поэтому я решил их просто разделить, чтобы отдельно разыграть. Ну и мне здесь нужно освобождать вот это пространство, поэтому обязательно участвуйте в этом розыгрыше, друзья. Значит, еще раз, 22 числа в понедельник будет розыгрыш, а сейчас присылайте мне заявки в личку мне, либо Николаю Сапронову. Вот, все, друзья, желаю всем удачи.